Кокос мы получим здесь, в столице Эквадора. Сегодня вышел в стартовом составе представитель Бенфики с мячом, пока что капитан аргентинской Козевати. Так, все ясно. Сейчас подача в штрафную площадь. Момент. И здесь чуть-чуть не Маркос Акунья. И стоит отметить очень важный факт, что 2800 метров на два аргентинских тренера у нас сегодня. Вот такая дуэль с мячом, пока что сборная команда Аргентины. Месси перед Олимпико Атуальпа. И здесь очень тяжело играть. Высокогорье. Подача. Выбивает мяч. На нем фалят. Справа играет Сальвио из Ордоньес. Месси. Ди Мария. Удар. А может быть такой полу... Неплохо. Касание. Месси. Ди Мария. На Месси 1-1. К этой минуте. Потому что прежнему не устраивает сборную команду Аргентины. При тех раз сказать, что данный счет... Вот так вот. Но Месси, 12-я минута, Эквадор, Аргентина, 1-1, Лео Месси, 1. Угловой, и здесь опасная ситуация, на дальнюю штангу подавал сейчас Акунья. Все это свело на нет шансы Эквадора на попадание на чемпионат мира. Месси с мячом, входит в штрафную площадь, удар и в игре. Было вопросов к Хорхе Сампаоле, в том числе Ян. Месси сохранил контроль над мячом. Лео Нега был менее заметен, было очень мало помощи. Ну, к тому же Лионелю Месси, да, и в общем... Месси попадает в стенку. Фернандо Гага, который часто травмируется в последнее время, ему 31 год, много травм было, которого вроде бы повреждения, да. Но они на скамейке запасных. А Месси с мячом, удар, гол! Удар! Ну, здесь одно неловкое движение, да, ошибка в данном случае Дарио Ди Мария. Выцарапывает мяч Лионель Месси, ошибается. Дарио Аргентина в тяжелейшей ситуации. Передача. Гол, 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 гол. Фланг Маркоса Акуньи. Ну и туда же еще часто смещается. И, ну и пропустил Уругвай. Уругвайцы проигрывание вот в матче против чилийцев. По-прежнему второй, 28 очков, столько же у Аргентины, но у Уругвая лучшая разница забитых пропущено для Южной Америки. Кстати, фалил-то Месси, да, но потом в ногу жестко въехал. Будет закрыт, то появится Хорхе Буручага и станет легче. Сегодняшний сборной Аргентины. Батиста такого не наблюдает на Месси. Значимость этого матча. Подача еще одна. Выбивает мяч аргентинцы. Ди Мария. И выручает свою команду вратарь эквадорской сборной. Посмотрите, какой изумный. Мягкий заброс штрафной. Мы увидим. Смотрите, как работает с мячом. Да, Лионель Месси. Понятно. Площадь, справляются эквадорцы. Подбор Месси. И чуть-чуть сильно, да. Навес. Пролетает мяч. Аргентинцы ответили на единственный гол. Ибарре. Ромарио Ибарре уже на первой минуте матча. Мы немножко отдохнем. Ну вот пока что они не выходят. Ну вот выходят уже, да, на газон
Estadio Olímпика Атауальпа. Второй тайм стартовал. И давайте у Сакада 14-й Хавьер Маскерано и 17-й Николас Отаменди. 15-й Марк. Три игрока, да, получается, из «Зенита» сегодня на скамейке запасных. Месси в довольно статусном бразильском чемпионате. 25 лет ему. Месси пока что с мячом. Он Фелео с мячом. Жестко вступает в отбор Орехуэла. Но Месси к этому не привыкать. Или команда Аргентины. Перес. Церемонятся. Бьют иногда даже жестоко. Да, вот здесь, обратите внимание, по опорной ноге. Я говорил о том, что как нервная была, обстановка. На опережение удачно пока играет здесь Отаменди. И очень удачно. Мяч у Месси под левой. Удар! Он... Голкипера. Какой же он... И перекидывает через... Поувереннее заиграют аргентинцы. Получает мяч Лионель. Месси уходит от арбата. В 2006 году дошла... Вышла в плей-офф, но там, правда, проиграла в 1/8 сборной Англии. Ну, а это гениальный гол в Аргентине перед этой игрой. Но Лео Месси старался этого не показывать, улыбался. А махал всем на камеру во всех. Месси. Играть, что называется, на поле. Заброс на Месси. Тот хитро... Внешней стороной стопы для сборной Аргентины. Подача. А эквадорцы сравняли счет в предыдущем матче в Россию. Ну, для тех, кто переживал, да? Но здесь...